Я считаю эту постановку особенной. Здесь Орфея, в отличие от давней оперной традиции, поручили спеть мужчине. Мне кажется, что когда Орфей исполняет тенор, вся история выглядит как-то правдивее. Конечно, меццо-сопрано красиво, но это значит, что Орфея должна петь женщина. Мне нравится нынешняя постановка. Она правдива, она прекрасно воспринимается. Works very well with this production. Орфей is a very difficult role because Орфей трудная опера. Фактически это спектакль одного героя. Он, Орфей, поет от начала до конца. Он все время на сцене. He, Orfei, is the whole time on stage. Now the singing is very demanding because технически партия сложна, так как предполагает пение в высоком регистре. Знаете, эта опера писалась с расчетом на самый высокий мужской голос того времени. Фактически на контртенорное исполнение или даже фальцет. У меня же иная техника. По сравнению с XVIII веком мы поем гораздо естественнее. Чтобы выйти на максимально высокий диапазон, я должен много репетировать и, с одной стороны, не перенапрягаться, иначе сорву голос, а с другой — все же обеспечивать драматический накал. Эта опера предполагает очень сильную драматическую составляющую. Да, Орфей — трудная партия. Вы должны держаться верхнего регистра и одновременно проговаривать, пропевать каждую эмоцию, каждый поворот в состоянии героя, выплескивать его боль. Осознаешь, что буквально чувствуешь эту боль в своем сердце. Вы хотите продемонстрировать идущие из сердца эмоции, но нужно позаботиться об их красивой подаче. Always nice.